Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 257. Нам нужно заменить звездочками цифры. И пункт А. 4, дальше звездочка, давайте точку поставим. 8, звездочка, минус звездочка, 5, звездочка, 1. Получили здесь 3, 2, 4. 1423. Мы от какого-то числа вычли единицу и получили 3. Ну, понятно, что это число 1. Дальше из восьмерки вычли какое-то число и получили 2. Но это число 6. Дальше мы из числа вычли 5 и получили 4. Но это число 9. И из 4 вычли что-то и получили 1. Это 3. Из 4984 вычитали 3561. Пункт Б. Звездочка 3, звездочка 4, 6. Минус. Давайте сначала с конца начнем. 8, звездочка, 7, звездочка. Здесь у нас звездочка 1, 5, 6, 1. 6 минус 8 вычесть не можем. У четверки мы занимаем единицу. Поэтому 16 минус 8 будет, получаем 8. Дальше у четверки мы заняли единицу, тройка осталась. От тройки вычли что-то, единицу получили, поэтому здесь у нас 2. Из какого-то числа мы вычитали 7 и получили 5. Но понятно, что тут будет число... Ну, вообще, из какого числа мы вычитаем 7 и получаем 5? Это число 12, но тут-то 12 мы не можем написать, поэтому пишем только 2. То есть, смотрите, у нас тут 2, мы потом у тройки единицу занимаем, чтобы 12 получилось. 12 минус 7, 5, но тройки мы заняли, поэтому двойка осталась. От двойки что-то отняли, получили 6. Но мы не можем от двойки что-то отнять, чтобы получить 6. Мы можем от 12 отнять 6, чтобы получить 6. То есть вот здесь вот у нас тоже 6. А в итоге у нас получилась единица. Но у нас тут двойка была, а не 12. Поэтому вот здесь вот это мы тоже единицу должны были занять. А чтобы осталась единица, здесь должна быть двойка. Вот у двойки мы заняли единицу, единица осталась, ее и снесли. Вот у этой двойки заняли единицу, и здесь мы выполняли действие 12 минус 6. Ну, теперь все сходится. 23246 минус 6728. Получили 16518. Дальше пункт В. Звездочка 5, звездочка 8, звездочка. Минус. Давайте с конца писать, чтобы не промахнуться. Так, и что у нас получается? Тройка, звездочка, двойка и восьмерка. Из чего-то вычли 7, получили 3. Но из десятки нужно вычесть 7, чтобы получить 3. Но 10 мы не можем написать, поэтому 0 написали. И поэтому мы еще у восьмерки единицу занимали, чтобы 10 получилось. У восьмерки мы заняли. Осталось 7. В семерке мы девятку не можем вычесть, поэтому занимаем у следующего разряда. 17 минус 8. То есть 17 минус 9 будет 8. Здесь мы заняли у этого числа. И потом из неизвестного числа вычли тройку, получили 2. Но мы еще у этого неизвестного числа заняли единицу. Из какого числа нужно вычесть тройку, чтобы получить 2? Это пятерка. Но чтобы у нас пятерка осталась, после того, как мы заняли единицу, здесь должна быть шестерка. Дальше 5 минус что-то, получили 8. Понятно, что из 5 мы не можем что-то вычесть, чтобы получилось 8. Это, скорее всего, 15. Из 15 нужно вычесть 7, чтобы получить 8.
Ну а здесь у нас единица, чтобы у нас это число 15 получилось. И пункт Г. Раз, два, три. Дальше 35. Звездочка. 8, 2. Вычитаем. Получаем 6, звездочка, 8, 7 и 3. Из 5 вычли что-то, получили 6. Понятно, что не из 5 тогда мы вычитали что-то, чтобы 6 получить. Скорее всего, мы занимали у тройки единицу, значит, тогда у нас получилось 15. А из 15 что нужно вычесть, чтобы 6 получилось? Девятку. Так, у тройки мы заняли, двойка осталась. 2 минус 8 вычесть не можем. Занимали у вот этого числа, которое нам тоже неизвестно. 12 минус 8 будет 4. Здесь мы занимали, и потом от этого числа, у которого мы заняли, двойку вычли, 8 получили. Чтобы получить 8 при вычитании двойки, мы из десятки должны двойку вычитать. Но мы еще единицу занимали, то есть в итоге 11 должно быть. Но 11 мы не можем написать, поэтому здесь единицы. И при этом мы еще вот здесь вот занимали, чтобы не единица была, а 11. Дальше у этого числа мы заняли и семерку снесли. Ну понятно, что это восьмерка была. Но дальше мы ничего не занимали, поэтому здесь так тройка и есть, ее и снесли. Все, кажется, выполнили мы все 4 пункта, я надеюсь, правильно. Но если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.